Что можно сказать о кабачковой икре, кроме того, что это очень вкусно? К сожалению, в продаже давно не та вкусная, поэтому готовлю и заготавливаю сам. Привет, друзья! Вы на канале Волшебная еда, и сегодня мой рецепт кабачковой икры. Нарезаю мелко 500 граммов лука. Вливаю в казан 150 мл подсолнечного масла и выкладываю лук. Помешивая, готовлю до румяности. Тру на терке 500 граммов моркови. Добавляю к луку и обжариваю вместе еще минут 10. Нарезаю кубиком 2,5 килограмма кабачков. Добавляю кабачки в казан и перемешиваю. Накрываю крышкой и тушу в течение часа, периодически помешивая. Кабачки пустят свой сок. Нарезаю одну головку чеснока. Добавляю 200 граммов томатной пасты. Одну столовую ложку соли, одну чайную ложку черного молотого перца. Перемешиваю и готовлю все вместе еще 30 минут. При помощи погружного блендера измельчаю овощи в однородную массу. Вливаю 100 мл 9% уксуса и довожу до кипения. Раскладываю икру по чистым стерилизованным банкам. Закатываю и отправляю под теплое одеяло до полного остывания. Очень вкусно! Если понравился рецепт, ставь лайк и подписывайся на канал «Волшебная еда». Впереди много интересного. Состав ингредиентов и их количество под видео.